Представляем вашему вниманию астрологический прогноз с 20 по 26 декабря 2021 года. Овны, все вершины, которые вы собираетесь покорить, все тираны, которых вы планируете свергнуть, и вся бюрократия, которую вы решили победить, все в этом вам под силу в первой половине недели. А потому нужно снижать активность, поскольку быстрые победы сделают вас слишком самоуверенными. Тельцы. Начало недели у тельцов будет занято финансовыми вопросами. В четверг случится событие, которое отправит вас прямиком в пучину страстей. Какая-то идея или желание полностью захватят вас, и вы подчините им свою жизнь. Близнецы. Близнецы продолжают вести переговоры, назначать и проводить встречи, выстраивать диалоги, заниматься консультированием и так далее. Можете оказаться и на уровне пониже, где сплетни, споры, перепалки. Вы достигнете успеха. Раки. Ракам предстоят эмоциональные качели. Постарайтесь нанести поменьше урона себе и окружающим и исключите из планов алкоголь, и тогда все пойдет на ура. Львы. Львам надоела работа, ваша душа просит праздника, поэтому вы всячески стараетесь погрузиться в праздничную атмосферу и посещать места и мероприятия, где она может вас настичь. В вас проснется свободный художник, и вы начнете творить. Девы. Девы и их семьи могут оказаться в центре сплетен и обсуждений. Старайтесь не терять самообладание, тем более к концу недели у вас планируется важная встреча или поездка. Также можно заняться украшением и обновлением вашего дома, сделать его удобнее и уютнее. Весы. Весы ураганом пройдутся по списку дел и все успеют еще за первую половину недели, а потом вас настигнет озарение. Например, вы поймете, что видеть не можете больше эти обои, начнете их менять, а там и до капитального ремонта недалеко. Скорпионы. В понедельник скорпионам удастся все, что они задумали, но это может сыграть злую шутку. Вы решите, что вам море по колено, повесите на себя кучу обязательств, а потом начнете ошибаться и не справитесь с взваленным грузом. Стрельцы. Стрельцам нужно быть максимально тихими, никому не верить на слово и проверять всю информацию. Впрочем, следите не только за тем, что говорят вам, но и что говорите людям вы, иначе можно попасть в неприятности. Козероги. В понедельник козероги не только сами невероятно трудоспособны и эффективны, они сумеют построить ровными рядами товарищей и повести их за собой. Среда хороша для решения важного финансового вопроса. Водолеи. Среда станет испытанием для водолеев. С одной стороны, вы будете настроены на тотальную экономию, а с другой вас так и будет подмывать прокутить последнюю рубаху. Перетерпите этот день, а после наступят дни легкие, радостные и полные приятных мелочей. Рыбы. Рыбам на этой неделе нужно быть максимально честными и с собой, и с окружающими. Если вас уличат во лжи, это сильно ударит по вам и вашей репутации. Обманывать самих себя – тоже плохая идея. Не приписывайте людям мысли, чувства, действия и эмоции.